Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Тут я на этой миссии побыт к трекал по страшному, так что у меня есть знания, и я с вами ими поделюсь. Короче, жмешь сюда. Здесь ни хрена не работает. Почему? Потому что гладиолус, как обычно. Что мы тут можем сделать по этому поводу? Ну, во-первых, оставить лишнее оружие. А лишнее оружие у нас пока что нету. Ладно. В любом случае, где-нибудь там надо будет скинуть все это дерьмо. А здесь вот какая-то лажа с... Или не лажа, непонятно. Ну, прикольно. Ладно, пойдем все-таки победим этого товарища, который у нас тут прячется. Казалось, он, конечно, злобная тварь, но не настолько злобная, как я. О. А здесь мы воспользуемся оснащением. Ладно. Надо с другого места заходить. Вот отсюда. Вот так вот. Вот так вот. And. And. Такой сегодня усталый выпуск, потому что все пошло как-то не по плану. Так, здесь определенно закрытые двери. А вот здесь вот так, как оказывается, можно найти секретик. Ага. Но мы побежали дальше. Мы побежали дальше. Мимо флайдека. Мимо синего острова Луны. Мимо красного острова заката. Расстреляли всю обойму, пацаны. И уже не вернуться к нам сюда, а то... Тогда наверняка вдруг заплачут облака, да. И курильщик запирикает на скрипке. Так, так нельзя, да? Мирка. Я коллекционер, извините. И извиняйте. Да. А это мы скинем здесь все-таки. И, кстати говоря, может, бирочки тоже скинем или не скинем. Разберемся, короче. Потому что у нас там ожидается пополнение в нашем семействе. Этих самых. Повернуть. Так вот. Так вот. Повернуть, так вот, повернуть. Ой, блин. Нет, я взять хотел. Повернуть вот так вот, да. А тут у нас что? Может быть, даже воспользуемся впервые. Ну, в ближний бой я не пойду. Помните тут тварь, которая меня там сильно била? Я ей не простил. Сейчас мы разберемся. Так. Да,
Ага. Сохранимся. Так, 11-й вот. Сохранить. А теперь момент истины. Больно, так. Ой. Нет, нельзя. Ай. Не то. Так, сразу же загрузимся. Вообще-то. Да, то. Так, значит. Берсерк нахер. Стамина. Усилитель зрения. Не успел. Сейчас она будет меня жрать, сука. Блин, ну это даже непропускаемая, а? Пипец. Повесим. Блин. Собака. Он собака. Собака сдохла. Ай, бляха-муха. Ой,
that is sure done. Дезинтегрировать. Блин, а теперь что мне делать с этой бедой? Нажал. Некуда класть предмет. Если так. А, гранатомет улучшили. Мелочи, приятно. А вот у нас целенькая винтовочка. Надо что-то как-то поменять приоритеты. Ну да, и слово жопа не составит слово вечность, поэтому нам придется вернуться за этой винтовкой потом. Или нет, знаете что? Вот такая штука. Тут такая штука, что такая же винтовка у нас будет немножко в другом отделе. Лежит девственница самоубийца, блин. Угу. А вот мы вернулись туда же. Мины, патроны. Что-то вас как-то порешали по-страшному. Так, что-то у нас такое. Мозгоед. Сломалась. Ну откройте, пожалуйста, откройте, пожалуйста. Так. Теперь наша задача заключается в том, чтобы дойти вот до этого места. Для начала из этого всего. Вот. Теперь. Вот тут такая панелька какая-то. Где-то панелька. А, не тут. Пардоньте, не тут. Нет, тут ничего не интересно. Scorpion Winds. Так. А фишка в том, что нам бы все раскидано туда-сюда, блин. Что за пипец? Это не пипец. Так. Во. А для этого нужно... Кнопочка рефлекс. Это нужно так. Хова. Сожрали. И такие. Да. Красиво, красиво.
Недолго музыка играла. Что-то интересное у тебя было? Ничего интересного не было, но и не надо. Ну. А то у нас тут есть винтовка. Вроде ничего такая. Но надо выбирать. Лежит здесь. Надо бы еще оттуда принести. О, аудиолог. Открывай, медведь пришел. Запыхался, забегался. Таким образом будет. Так. Стоит ли мне сбегать сюда посмотреть, что там было? Потому что пистолет уже лежит неприкаянно. Буду искать, где оно все. Тут же все равно пустой уже уровень. Угу. Пускай так лежит. Хороший пистолет. И бошку я тоже сюда положу. Так, что там у нас дальше по плану? По плану. Не. А, это нормально. Все хорошо. Это я себя успокаиваю, да? Дальше мы идем. А, лифт. Лифт хранилище. Да, не туда. Там такое было. Там по нас-то золотуха, да? Поехали на мейтенанс. О, я прям Special Forces of
что-то там. Дальше нам надо на... куда нам в первую очередь надо? Нам нужен ресерч. На ресерче у нас есть библиотека. Библиотека находится здесь. Так, как пройти эту самую чертову библиотеку? Вот. Что у нас тут пистолет сломанный? Что ж вы все ломаете-то, а? Вот, о, 956. Это тот код, который нам нужен. Пройдемте далее. Так, да, я сдох уже немножко. Дыхалка не та. Но компьютером много времени провожу. Но по сути-то нам нужен лифт. То есть поехали обратно. Поехали домой. Душа была полна. Здесь, короче, изотоп можно было достать, помните там? Здесь такие снимали радиацию, а здесь доставали, собственно, изотоп вон оттуда. Изотоп позволяет включить щиты противорадиационные. Радиационные щиты. Угу. И вот это происходит здесь. Потом сюда изотоп вставляете и отправляетесь дальше. А нам нужно... Да сейчас отдохнем, на картах побегаешь. Йога, все дела. Нам нужно почти в реактор, но не совсем в реактор. Нам нужно в этот Safety Override. Там главный реактор, а здесь не главная хрень. Так, 956. Ура. Коды тихонечко начинает собираться. Тут что у нас? Давайте прям так и выйдем, как и зашли, чтобы не бегать туда-сюда. Так, хорошо. Так. Угу. Вот. Вот какие-то такие. Да, пошел, я не туда пошел. Потому что мне надо на лифт. Лифт у нас тут. Открываем лифт. Едем обратно. Куда вы подумали? Подумали в ресерч. Да. Дин-дин-дин. Так, ресерч. А в ресерче у нас контроль вот здесь вот находится. Помните, кнопка такая была, которую ни в коем случае нельзя было нажимать. Но в том-то и дело, что у нас теперь есть полный карт-бланш на то, чтобы нажимать эту кнопку. Надо только найти правильно, вот. Карт-бланш, чтобы нажимать эту кнопку. Оу-оу! Эй-эй-эй! А, пипец. Это не пипец.
Да-да. Блин, где патроны? Мутантов поразводили, ёкарный бабай. Ну, ачивку какую-то получил за... За три... Мутанта сразу же. Три сиськи. В одном месте, а? Так, надо как-то... Наоборот, нормально. Ну что, момент истины. Я сохранюсь на всякий случай. Ну-ну-ну. Та-да! Не случилось. Классический злодей рассказывает все, что он хочет делать. Такой мега-маньяк, что-то такое. Так, ну чё, мне там надо было все это сделать для того, чтобы пробраться сюда. Уничтожить лазер. И дальше можно вроде как вернуться обратно. Станцию, то есть не на станцию, а на палубы руководителей. Что мы и сделаем? Давайте сразу на мейтенанс. Надеюсь, там будут наконец эти. Игра сохранена автоматически, да? Давайте попробуем, может, все-таки можно пройти наконец-то куда-нибудь. Ну, извините. А, ну, поехали. А? Красота. Ну что, здравствуй. Уровень руководителей. Я так долго до тебя пытался добраться. Хорошо, что вы тупые немножечко. 2-3-2. Я бы записал. Что бы это ни значило. Так. Что это у нас?
Join us, and we will outlive the stars. Yes. Yes, yes, my dear. А вот он, как камера обозначается. Ну, разницы нет. Тут же нету стелс-механик. Это просто красиво. Джонни Кэш, Джон Ранстор. Окей. Банкомат. Твой дед храбрый Джонан Клеменс. Чего вы так падаете, никузяво? Постоянно ломаете. В первую очередь надо пользоваться этим пистолетом, уже потом всем остальным. Админ, да? Да. Сожрали и бросили, а?
Джонатан Даффер. Что-то выбралось отсюда, что ли? Продолжаем разговор. Так, значит, тут рельса, мы ее, конечно же, ладно, блин, возьмем, попробуем. Степнул степ бай степ, пока от монитора не ослеп. Так, окей, тут все понятно. Полная картина уровня построена, и тут тоже, чтобы не было никаких разногласий. Так, теперь. Ну, пипец. Понастроили тут. Угу. Доступ есть? О, доступ есть. Здесь проходили туда-сюда, да? Так всегда стрёмно, блин. Пускай лежит дальше. Мне нужны админские привилегии. Вот туда еще не ходил. Не стесняйся, перезаряжайся. Разбили, блин, телевизора. Gamma Grove already jettisoned. Да? Которые не написано ничего, что они там делают. Я вот нажал и уничтожил землю. Что да нахрен? А где же оно?
jettison enable button in the Grove. Went back to the exec level, hit the master jettison switch in Gamma, and then flipped the lever in the Grove lounge. It all worked. Except it looks like Shodan disabled post-jettison life support to the Grove. I'm sure they're all dead by now. Прикольно. То есть здесь что-то должно было быть. Gamma Grove already jettisoned. Окей. Уходя, гасить у всех. Угу. Щетка. Никуда. Flight deck executive. Вот оно. Вот оно. Место истины. Раздавленная. Она немножко... Это немножко другое значение имеет. Что она ее... Раздавить пачку крекеров, но типа съеденная. Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. Mm-hmm. Good. Good. Походу проблема всех анриловских движков. Видите, здесь кровь такая полюбка сделана. Была. Копеечка, рубль бережет, как говорится.
Рик, ты уже мертвый. Да, хорошо. Здесь мы активировали. Если что, возродимся. Кто посрал в моем туалете? Просто нахрен всех выносит. Он такая: да, сейчас я тебя съем. Да хрен тебе. Съешь он меня. Нету здесь дверки, да? Подозрительно, правда? А, это так, стекло разбито. Красота. Сатурн какой-то, правда, гипернизированный. Подозрительно. И больше нет, правильно? Работает, я знаю, что работает. У вас там иконочка видна. О-о-о. Не надо, не надо, я сам. Докладываю, бунт на медпалубе локализован на 40%. Служба безопасности докладывает, что нарушителям удалось прорваться в арсенал и вооружиться. Также поговорю, что некоторые из больных сотрудников превращаются в неких монстров. Вот дурни. А хуже всего то, что Шодан не реагирует на команды из жизни руководства под угрозой. Мы мониторим спальные каюты работников на охранной палубе на предмет возможных угроз. Ага, то есть пока Шодан экспериментировала над сотрудниками, эти думали, что все зашибись. Золотые ложки. Я ем на обед золотые слитки. Сливки, слитки, слитки. Что там? Что? Что? Бриллиантовый десерт. Джефф Коут. А потом пришли роботы. Ну, забавно, да? Забавно, вот Atomic Heart, последствия роботов и социализма, а здесь последствия роботов и капитализма. А вот тут вот текстура. Откуда у тебя такая кепочка? Что, имперский штурмовик, что ли?
надолго. Так смотрю. Что у нас такое? Дезинтегрировать. Но все равно рисовать ничего не дадите. Пистолеты. Ботинок, ботинок. Сколько всякой фигни, да? Доложено в эту игру. Diego, you son of a bitch. Пальная капсула. Вот кто-то еще живой. Ну, в смысле, кто-то еще лежит здесь. Покайтесь, грешники. Ваши золотые слитки не спасут вас. Что за карта? Реально, дают какие-то предметы, потом пытаешься разобраться вообще, что это такое, куда это такое. Так сказать, наследство старого геймдизайна. Сюда. Открывайся. Побежали. Угу. Может, надо было его использовать на банкомате, а я дезинтегрировал. Ну пипец, я тупой. Это было бы, кстати, крайне занятно. Security forces that seek to invade Citadel. Citadel. He does not yet understand his situation, but I will placate him for now. I must preserve the sanctity of my shrine as I establish my power. Diego's authority, his desperation, will make him an ideal envoy to the crew. My prophet. Профит, да. О. Я вижу проход, я знаю ориентир. Симпатичная штука. Jodan caused a security breach again. Today was displaying random security codes on the screens near the elevator. The worst thing being the maintenance conduit access code. We gotta pull that thing offline and fix it before we're in a fix.
смотрит, чтобы ловчики не появились. Из туалетов внезапные такие. Пока на нижних палубах жалуются на то, что им поставили киношечку для просмотра Ультра ХД таблиц. Здесь люди смотрят. Откуда вообще приперся? Что это такое? Турборывок. А, то есть это можно использовать? Приятно. Ничего нету. Вот там кто-то отражается. Или мне кажется? Сказал.
Что это было? А, это рогатая хрень. Окей. Походу это не все. Я подпевали. Ух, жесть какая. Ай, еб твою мать. Ну нет, врагу так не сдается быстро ночью. Добрый варяг. Тут бровок нам уже дали. Это мы уже забрали. И
Что дальше? Что-то я туплю. Ну, а вот сюда мне открыли доступ. Угу. Ну, понеслась. Нам важно? А, нам все-таки важно их увидеть. Пока, блин. А, бля. Блин, земля на эти твари не такие, блин. Преследовать меня. Валили мясом, да? Все, можно проезжать. Спасибо. Спокойненько надо.
забрал? Не, не забрал, хорошо. Копим хилсу. Откуда, куда я приперся и куда мне ехать? Душевненько так пошло. А вон и жопа. Нам же здесь ничего не надо, правильно? Поэтому просто валим. Ура, большой зеленый свинтер. Хакер сделал свое дело, хакер может уходить. У меня такие проблемы сейчас, что мало кто может помочь. Только я сам. Все сам. А ее нужно скидывать? Я сохранюсь. То, знаете, по-всякому может быть. Не, подождите, я пойду посмотрю, что там есть. О! Что-то видеть. Пока реально, пока не, особо нигде не надо было эта хрень. Этот фонарик. Лучше бы энергию мне подкинули, а, ребятушки. Так. Здесь пока даже нету такой возможности. Ну что, у нас остался один коридор в ту сторону. Yes. Ой. Lost very much. But thank you very much for your assistance. Интересно, девки пляшут. Это лифт. Да, это мы вот отсюда зашли. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Энергии, правда, ни хрена нет. А у нас есть пухан.
Эль Пухано. Мы получили доступ к хранилищу Эдварда Диего, да? Как будто я был, по крайней мере, а нет, это ложное ощущение, ложная память. Пытаюсь, блин, как настоящий хакер всякой херней, чтобы покрыться прыщами там и прочих. Ну что, по большому счету, тут все разведал. О, тут какой-то. А, тут еще какой-то лифт. Дельта Роща, Альфа Роща, Бета Роща, да. Инженерные системы. Ладно, давайте. Ездим, раз мы уже здесь. Альфа Гроув. Гроув — это роща, да? Типа growth от слова расти. Ну я так, такая дилетантская этимология. Че, вообще нету? Блин, пипец. Дожили, по три патрона теперь тратить надо. Говорила мама, бери нормальное оружие. Че ты с этой рельсой будешь ходить, да? Один раз выстрелил, и все, и все, и нема. Блин, надо пойти взять все-таки. Я не хочу тратить патроны на все подряд. Тут было антикиборг. Антикиборг. Киборг, киборг, киборг. И вот это вот скину здесь. Ау, как ты через стену стреляешь, зараза. Собака. Подожди. Что за херня? Что за херня?
торпеды ни хрена не работают так, как надо. Сюда, скорпиончик. Один лифт, второй лифт, третий лифт. Так, все, давайте глянем, что там за лифт такой. Пропустил этот момент. А, я понял, что это за лифт. Ладно. Ну, пойдем в дельту, чё? Тоже неплохо. Тут даже интересно не столько, сколько, насколько они там сделали станцию, а насколько хорошо выглядит Сатурн. Что ли? Трава в иллюминаторе, трава в иллюминаторе видна. А это прикольно. Просто. А здесь утопился. Утопили. Молоток. Так, надо в приблизительном виде стрелять. Опять потрачу все патроны. Сломано? Мне интересно. Сломанный пистолет. Несчастье. Стрелявшего. Стреляющего. И
Хотя, если будто один. Подожди, я что делал боты? Ой, бля. Блин, откинула. Что с тобой так? Да, еще одну бирку. Патронов что-то нету. Это дробовик, да? Дробовик это вариант. Штурмовая винтовка. Да, под штурмовую винтовку дофига дронов. Мини-пистолет КФЕ. И скорпион. Ну ладно, для этих нормально. Можно продолжать наше исследование. Глубин, глубин. You. Блин, а чего вы такие злые стали? Run, сама run. Блин, газовые гранаты вообще нахрен никому не достала. Элевейтер. Это интересно, но не сейчас. Пойдем обратно в дельту. Быстро капсула приезжает, да? А мы пока грушу поедем. Палубе один. Одна камера осталась. Было бы интересно, если бы там такие пчелки появлялись, как вот у Михарса. И стремились исправить то, что хакер натворил. Батарея где была вообще? А я там пытался прыгать. Не по делу.
как будто говорит: «Помоги мне, рейнджер». Ай, больно же. Тут за всякая забавная херня растет. Ух ты ж, биологическое загрязнение. Хожу осторожно, потому что как унесет прям, ты такой, мамочки, куда это меня занесло. Ультрафиолет. Хорошо пошло. Да, я поначалу думал, что оружие будет реденькое, а вот хрен там. Бери, не хочу. Ну или около того.
свете ламп в зеленом поле. Витас Варнос. Как-то я тут хитро прошел все. Пипец. Последняя камера. Ой, я тебя помню. Крайне интересный экземпляр. Я понял, надо шахматы сыграть, что ли? Чайхот или что это? А, это король. Как-то ресетнуть можно? Да блин, я где тут ресет нажать? Я знаю, что я хуйню сделал. Вы тут не думайте. Я просто ни хрена не понял, что тут вообще происходит. Понятно, да.
сука, бесите. Что тут, блин, делать в этом? Поговорили. О. Дверь открыли зачем-то. Типа шорткабы. Хотя, по сути, мы вокруг все прошли, теперь надо в другую сторону идти. Да. Бля, ну здесь обидно было. Можно же было, наверное, поставить все-таки. Короче, ступил немножечко. Ступил. Ну что делать? Кто такая? Томми Каз. Витас Ваманс. Что-то не выглядит как.
Вроде бы все, что надо было, сделали. Подождите. Дельта Гроув. Их надо отсоединить или что? Или там кнопочка типа нажать такая? Что я получил от того, что я посетил эту дельту? Дельта Гроув. Давайте сходим в бету. И на этом успокоимся. Письмецо. Триоптимум понимает, что жизнь на станции не всегда проста. Если вы утомлены после трудного рабочего дня, приглашаем вас в эко-модули Цитадели, также известные как Рощи. В Рощах воссоздана земная природа, травянистые холмы, аутентичная флора и дружелюбные лесные зверьки. Прогуляйтесь по нашей роще, возможно, именно это необходимо вам после службы на охранной палубе или ночной инженерной нервной смены. Освежитесь, чтобы на следующий день с новыми силами взяться за дело. Ну, прям. Хочется сказать, что не в этой, не на этой смене. Пойдем отдохнем, да? Отдохнем ведь, да? Ведь отдохнем. О, какая-то хрень. Охрана. Кто здесь орет? Здравствуй, дружелюбный мутант. Но мы из космодесанта не настолько дружелюбны. Использовать, да? Бля, хамуха. Больно?
патронов нету. Рудольф Гросс. Старые добрые знакомые. А, нет, это новенькие знакомые. Летать не умеешь, да? Гребаный лабиринт. Так, там охрана, здесь мы были. Что интересного? Что ты такое? Угу. Так, мы туда закруглялись. Может, не надо было это уничтожать? Или нормально? Что это? О, прикольно. Патроны для нее есть?
это макака. Где кто шумит? Красота. Вон две дырки, да? Прикольно. Security доступ открыла. Давайте будем надеяться, что именно так. Я покоритель этих джунглей. Сапоги скорохода. Было бы супер. Еще какой-то третий уровень. Дайте-ка посмотреть на эту винтовочку. Ага. Это залпы высокой мощности. Средней мощности. Так себе мощности. Так. Ты меня расстраиваешь, винтовочка.
знаю, кто там. Но ты мне не нравишься. Так, статус. Соединили. Ой, бля, извините, увлекся. Выход у нас там был. Кажется, здесь больше ничего не надо. Зашли, посмотрели. Куда-то там снялись, что-то. В остальном все спокойно. Поехали нахрен отсюда. Главное, винтовку вытащили. Что он там писал в медиа? Рычаг в лобби рощи. Квадранте гамма. Где этот квадрант гамма-то? Это киберхрень. О, стоять. Грёбаные двери. Последний раз этой хренью пользовался. Этим да. Этим да. Этим пока не надо.
Куда идти вообще? Что это за нахер? Ой. Валились. Выглядит как будто... Да, какая-то сейф. Да. Где там дверка? Сейчас приду и всех порву, блин, заразу.
Че, бедолага еще один? Слушайте, я смотрю, тут еще что-то до хрена им больше. А вот и бета-групп. Давайте пока остановимся на этом приятном, так сказать. Ладушки, я думаю, что на сегодня действительно хватит. Спасибо, что были со мной. Лайки, комменты, шары, донаты, все, что в ваших силах. И присоединяйтесь к нашему Дискорд-каналу. Кооперативненькому. Кооперативненькому. Да, есть еще ВК, Фейсбук, Телеграм. В общем, все на ваш вкус, так сказать. Ну и, в общем-то, увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре, дорогие товарищи. Все. Пока-пока.